переносить работу с одного размера на другой. Вот у нас, например, есть какая-то картинка, и там что-нибудь, вот, ну, какая-нибудь полосочка и кружочек. Ну, неважно, любое, да? И вам надо перенести на другую картину. И если она... Можно и на такого же точно, ну, как бы пропорции, да, вот взять вот, вот такие вот, предположим, вот такие вот. Да я просто вот так вот, да. Ну, вот так вот, да, вот на больший формат. Как вот этот рисунок, вот такой рисунок, любой, в принципе, любой, это я пример просто делаю, перенести сюда, по клеточкам, объясняю. Клеточки расчерчиваются таким образом. Сначала находятся, сначала находятся диагонали, и такая вот вертикаль проходит, и вот здесь вот вертикаль проходит. Снежинка. Снежинка. И здесь мы то же самое делаем. Вот так вот, диагонали, вот, и вертикаль, Игорь, да. Если этого даст, может быть, если вам нужно больше точек пересечения, например, элементов с сеткой, то можно еще сделать, вот каждый квадратик можно также поделить. Ну, можно вот так вот, ну, например, в зависимости от того, насколько мелкий рисунок, вы делите до нужного количества вот этих вот, вот этой сетки. То есть, вот мне кажется, что здесь, вот в данном случае, достаточно вот так. То есть я могу просто вот так вот доделать, вот здесь вот, что, ну, одинаковое количество вот этих вот элементов, да, в сетке должно быть. Вот и все. И вы смотрите, например, у вас там линия, да, какая-то, она пересекается вот в этой точке, вот в этой точке. Или даже можете, не надо, если прямая линия, скажем, она может одну точку и вторую точку начало где-то вот здесь. Конец, начало да? И конец, да. И вот вы делаете ее раз, вот соединяете, вот у вас линия, предположим. Вот вы ее перенесли под таким же точно углом, такого же точно, ну, как бы вы просто взяли и увеличили. Кружочек, вот он у вас немножко, вот, например, чуть-чуть вот здесь вот не доходит, а вот здесь вот дошел, и вот здесь вот там дошел, например, и вот здесь вот, да, слегка. То есть вы как бы несколько опорных точек намечаете, и вот здесь вот пересекся. Mm-hmm. Вот и все, и вот вы делаете здесь вот там кружочек. Вот он будет, и у вас получается, что вы перенесли размер один в один на более, да? Да, на более крупный вот этот элемент. Вот и все. Как ловко. И тут да. Можно квадрат потом сделать идеальных. Ну, допустим, да. Если у вас, например, там много вот всякого вот такого, вот такого, то вы просто берете и добавляете столько, сколько вам нужно. Вот этих вот, вот это, то есть вот эта снежиночка, которая, она у вас идет вот до бесконечности можно, видите, вот каждый квадратик можно еще вот так вот делить. То есть, если у вас там супер мелкий какой-то рисунок, то вот будет вот таким вот образом. То есть вы можете перевести, прямо если хотите, идеально. Вдруг у вас портрет там будет, например, да? И вы хотите каждую ресничку. Но можете вот еще вот тогда вот так вот делать. И уже удовольствие. Да, у вас получается такая композиция. Я не догадывалась, кстати. Я бы делала эти квадраты. Некоторые делают, знаете как? Некоторые просто квадратами. Некоторые вот, например, там разделяют там, скажем, здесь там, ну, или пополам делят, пополам. Еще раз пополам, и получается вот четное количество. Да, вот так вот, например, пополам. Вот получается одинаковые размеры. Тоже так, можно точно так делать. Точно так не получится, я Почему? Пробовала. Ну, как-то съезжает не параллельно. Да нет, линейкой ну как, вот, да нет, ну вы глаз тренируйте просто. Вот вы пополам делите, каждый отрезок еще пополам делите, каждый отрезок еще пополам делите. Вот, и все. И вы так можете вот до четного количества вот этих вот элементов, сколько хотите, а потом проводите, и то же самое большую картину так ждет. Но мне нравится вот больше с диагоналями. Мне больше нравится с диагоналями. То есть не высчитывать вот это, а вдруг вы там немножко ошибетесь, а здесь уже диагоналями все четко и ясно. Ну, вот такой способ. Отлично. Может пригодиться. Да, спасибо.